21 августа 1941 года «Брянск», грузовой транспорт Черноморского морского пароходства, следовал в Одессу для эвакуации людей из окруженной фашистами Одессы в Севастополь. Авиация противника потопила корабль у берегов Одессы. Перед гибелью капитан судна пытался маневрировать, чтобы увернуться от обстрела. Но шансов уцелеть у огромного 100-метрового тихоходного парохода практически не было. До Одесского порта «Брянск» не дотянул около десятка километров. Сейчас, спустя 68 лет, судно также лежит на дне, на ровном киле, под 20-метровой толщей воды. 9 мая 2013 года в море на боте «Калипсо» вышли дайверы Одессы, фридайверы Одесского отделения Общества фридайверов Украины, дабы почтить память погибших, тех, кто боролся за наше мирное настоящее. Мы опустились по тросу в глубину, и перед нами открылся подводный памятник героям Великой Отечественной войны судно «Брянск», поросшее водорослями. Фридайверы аккуратно, с волнением и трепетом, прошли над палубой «Брянска», и каждый из нас испытал глубокое уважение к тем, кто погиб, защищая Одессу, защищая нашу Родину, кто сражался, не жалея себя, в годы Великой Отечественной, и ко всем тем, кто навсегда остался здесь, под водой.